Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я вам предлагаю вместе провести день. Сегодня воскресенье, у меня наконец-то начался отпуск, и буквально через день мы поедем с молодым человеком в Сочи на недельку поджарить свои жопки на солнце. Сразу же после Сочи мы буквально денек передохнем в Москве и поедем еще в Питер. Точно не успею снять ту косметику, которую я хочу взять с собой в Сочи, но если хотите, я могу снять то, что я возьму с собой в Питер. Потому что в Питер мы едем всего на 4 дня, естественно, я повезу с собой ручную кладь, так что из ухода и косметики со мной поедет только самое необходимое, самое миниатюрное и самое нужное. Так что, если вам интересно такое видео, то вы знаете, что нужно сделать. На оставшиеся 2 дня в Москве у меня достаточно большая программа. Во-первых, нужно сделать эпиляцию. Эпиляцию я делаю при помощи сахарной пасты, я вам все позже сегодня покажу. А также нужно сегодня сделать антицеллюлитный комплекс. Я вам тоже сейчас расскажу, что именно я использую. А также нужно покрасить краской брови, потому что я уже много раз говорила в своих видео, мои брови — это наказание мне какое-то, что-то я сделала плохое в какой-то прошлой жизни, за что мне достались такие брови. Также я хотела сегодня пойти в подружку и купить SPF, а также другие женские штучки. Я, конечно же, возьму вас туда с собой. И также я хотела зайти в Fix Price, так как Fix Price находится прямо рядом с подружкой. И я хотела там посмотреть тарелочки, которые мне очень понравились в прошлый раз и которые оказались очень удобными. Так что по итогу этого видео я вам все покажу, все, что я купила, все, что я делала. Обещаю, что будет интересно, так что заваривайте чай, кофе, присаживайтесь поудобнее и погнали. Итак, давайте, пожалуй, начнем с борьбы с целлюлитом. Я понимаю то, что это очень-очень большая проблема для многих девушек. Несмотря на то, что мне 24 года, у меня уже есть целлюлит, и вообще я по типажу девушка-груша, у меня более тяжелая нижняя часть. Некоторые стилисты со мной не согласятся, скажут то, что я больше полупрямой тип, нежели чем груша, но факт остается фактом. Нижняя часть у меня тяжеловата, ляшечки и жопка не маленькие, и там есть лишние килограммы. Я не фитоняшка, скажу сразу, поэтому я не буду здесь показывать никакие красивые заставки, где я натираюсь скрабом в душе и вот это вот все, потому что я скорее вас испугаю, нежели чем доставлю какое-то визуальное наслаждение. Так что давайте договоримся, что здесь такого не будет. У меня достаточно большая история борьбы с целлюлитом, но в основном я нашла то, что работает конкретно на мне, и сейчас я вам все покажу. Мне недавно бренд Organic Zone, это бренд натуральной российской косметики, прислал на обзор свои средства. И как раз таки на примере них я вам и расскажу, как я борюсь с целлюлитом. Вы можете покупать любые другие средства, я сейчас показываю чисто пример того, как это выглядит. Во-первых, я использую, конечно же, глиняные обертывания. У меня здесь вот такое антицеллюлитное обертывание, охлаждающее с мятой и эвкалиптом. Конечно же, вовсе не обязательно покупать готовое обертывание, можно сделать его самостоятельно. Можно взять глину, которая продается в Улыбке Радуги, не больше, чем за 50 рублей, добавить туда эфирное масло и завернуться потом в пленочку, и все у вас хорошо. Но я занималась подобными вещами, и однажды я добавила слишком много эфирного масла апельсина, у меня на него нет аллергии, видимо, я просто слишком много его добавила, и когда я обернулась пленкой и легла под теплое одеяло, вышло так, что у меня началось очень сильное жжение, и когда я сняла пленку и смыла все обертывание, оказалось то, что все ноги у меня покрылись огромными красными пятнами, которые потом вздулись, там образовались волдыри, и слава богу, что у меня не осталось ни шрамов, ни рубцов, потому что это было очень-очень страшно. Видимо, у меня пошла аллергическая реакция. Кто-то может сейчас написать то, что нужно проверять средство, прежде чем его использовать. Девушки, дорогие мои, я использовала это эфирное масло до этого, у меня не было на него аллергии. Я использовала ту глину до этого, у меня тоже не было на нее аллергии. Видимо, я просто намудрилась пропорциями. И с тех самых пор я не занимаюсь никакими смешиваниями, ничего подобного, потому что, во-первых, я ощущаю себя какой-то колдуньей, которая варит зелье, стоит над котлом, пыхтит. А во-вторых, лучше я приобрету что-то готовое, и это, скорее всего, будет более безопасно, нежели чем то, что намудрю я.
У Organic Zone помимо вот такого охлаждающего обертывания есть также еще горячее, но после той ситуации я горячих обертываний, честно говоря, побаиваюсь, поэтому беру вот такое холодное. Это действительно холодное обертывание, оно приятно пахнет мятой, вы его наносите, оно дает небольшой охлаждающий эффект, вы заворачиваетесь в пленочку и около часа не занимаетесь своими делами. Дальше вы идете в душ, и именно в душе начинается самое интересное. Как раз таки та часть, которая происходит в душе, это та часть, которая на мне работает от целлюлита лучше всего. Первое, что я делаю, это, конечно же, скрабируюсь. Сейчас я использую вот такой вот скраб от Organic Zone, это соляной скраб для тела с кофе. Можно взять любой другой скраб, но, на мой взгляд, вот такой вот кофейный скраб, это один из самых лучших вариантов. И здесь конкретно я уже использовала большую часть скраба. Он вот так вот выглядит коричневым цветом, у него очень приятный запах, запах какао и кофе, очень мягкое, нежное, хорошее средство, здесь не жесткие частички, они абсолютно не царапают кожу, и это я использую как подготовительный этап. Сначала я наношу скраб и хорошенечко скрабирую ноги, ляжки, живот и все остальные части. Следующим этапом я беру вот такую щетку для сухого массажа. У меня есть несколько щеток, вот эта щетка, это щетка от Eco Tools, я ее брала на iHer, поставлю обязательно ссылочку внизу. И также у меня еще есть вот такая щетка от бренда Mixit. Вот эту щетку я вам не советую, потому что у нее слишком жесткие вот эти вот зубчики, слишком жесткая щетина, и мне очень некомфортно ею пользоваться, несмотря на то, что щетка не должна быть мягкой, но здесь эффект too much. Конечно же, подобные щетки по большей части предназначены для сухого массажа, но лично мне сухой массаж не зашел, вот совсем. Борьба с целлюлитом – это дело системы. Это ни в коем случае не то, что вы один раз сделаете и потом забудете, якобы у вас весь целлюлит убежал. Нет. Это именно система, это нужно делать постоянно и пожизненно, к сожалению. Если у вас есть предрасположенность к целлюлиту, то это вот ваш лучший друг в ванной на очень-очень много лет. Так вот, я использую эту щетку только в качестве влажного, грубо говоря, массажа. Я беру гель, гель у меня тоже от Organic Zone, вот такой вот. Это фитогель для душа, бергамот и базилик. Я наношу данный гель на данную щеточку и начинаю движениями снизу вверх массировать свою кожу. Очень важно здесь то, что движение должно быть снизу вверх, потому что таким образом вы кожу подтягиваете. Ваша цель это, конечно же, разогнать кровь. Важно делать это не щадящими движениями, а довольно-таки жесткими. Нужно надавливать на щеточку, и ваша кожа должна покраснеть. Таким образом кровь прильет к этим зонам, кровообращение возобновится, и при помощи подобных движений и в результате вы будете расщеплять вот эти самые комочки, вот эти самые комочки жира. Это как раз-таки ваша цель. На мне именно в скраб плюс вот такой влажный массаж сработали лучше всего. Буквально спустя несколько применений кожа становится более подтянутая, более гладкая и более упругая. Я действительно буквально на второе применение вижу эффект. И в качестве последнего этапа я наношу увлажняющий крем. И тут есть два варианта действия. Первый вариант – это вы просто наносите увлажняющий крем, а второй вариант – вы наносите увлажняющий крем и делаете сами себе массаж. Техник самомассажа есть довольно-таки много, достаточно просто открыть интернет и их посмотреть, но также, пожалуйста, очень прошу вас посмотреть технику безопасности, потому что в некоторых зонах, например, на внутренней части бедра или же там, где есть расширенные вены, там стоит делать очень аккуратные движения, чтобы не повредить сосудам. В качестве увлажняющего крема можно использовать все, что угодно. В качестве борьбы с целлюлитом я взяла у Organic Zone тоже вот такой вот крем для тела антицеллюлитный. Это достаточно большая туба, где 250 миллилитров. Это довольно-таки белая субстанция. Мне, честно говоря, не то чтобы как-то сильно понравился этот крем, у него довольно-таки неприятный запах, как и у всех антицеллюлитных средств, и у него остается, и после этого крема остается небольшой белый налет. Но если вы потратите чуть больше времени на его растирание, то, в общем-то, никакого белого налета у вас не останется.
И также давайте, раз уж я рассказываю вам про бренд Organic Zone, то расскажу еще про два средства, которые они мне прислали. Это вот такая мицеллярная цветочная вода. Кстати, очень хорошая мицеллярная вода. Глаза у меня после нее не щипят, глаза не краснеют, хорошо смывает макияж, ничего не оставляет. Очень хорошая, бюджетная, но при этом натуральная мицеллярная вода. Если вы ищете именно натуральный сегмент, натуральную косметику, то обратите на нее внимание. И также у меня здесь есть вот такой вот тоник для лица с HA-кислотами. Это тоник для проблемной и жирной кожи. Этот тоник можно использовать ежедневно именно для тех девушек, у кого есть проблемы с высыпаниями. Как это происходит у меня? Я подобные тоники обычно использую раз в день, всегда вечером, после того, как я смыла макияж. И обычно я использую либо вот этот тоник от Organic Zone, либо же я использую тоник от Benton с BHA-кислотами и алоэ. Но в любом случае это действительно хорошо помогает, потому что снимается верхний слой кожи, кожа отшелушивается и помогает, и кислоты помогают не закупоривать наши поры, что очень важно для тех девушек, у кого проблемная кожа. Так что обратите внимание обязательно на кислотный тоник, если у вас тоже есть проблемы с высыпаниями. Уйди, господи, а кто это здесь лежит? А? Кто это здесь лежит? Что это такое? Что это за сладкий котеночек такой тут спит? Ой, простите, простите, потревожила ваш сон, простите. Все, спи. Пойдем проведаем второго котика, он тоже спит. Что это за сонное, сонное, сонное царство? Как же все любят днем поспать. А вечером бегают, носятся, шкодят и все в квартире крушат. У вас то же самое или только у меня такие коты? Да. Раз уж я уже рассказала то, что буду скоро красить брови и делать эпиляцию, давайте сразу же вам покажу, что я использую, по крайней мере сейчас летом. Краску для бровей я использую вот такую. Это бренд Bronson. Здесь небольшая миниатюрочка, покупала я ее на Озоне. Мне нравится эта краска тем, что она прокрашивает не только волоски, но и кожу. Это как раз таки то, что мне нужно. В этой небольшой миниатюрочке есть сразу же все, что нужно. Здесь есть и краска, и оксидант. Здесь есть небольшая палочка для разведения краски, и есть вот такая вот баночка, в которой можно заниматься смешиванием. Саму форму я простраиваю при помощи вот такой вот пасты от бренда CC Brow. Эта паста довольно-таки мягкая, хорошая, она дороговато стоит, но при этом ей очень удобно пользоваться. Она очень мягкая и пластичная. И в качестве обезжиривателя я использую тоже бренд CC Brow, вот такой вот праймер. Пасту и праймер я, кстати, заказывала на Wildberries, вот эту краску я заказывала на Озон, и все вот это вот остальное я заказывала тоже на Wildberries, кроме вот этого средства. Вот это средство, это сыворотка, я ее сюда специально выложила, чтобы рассказать вам про нее, потому что я не могу молчать. Это сыворотка бренда Murad, и это ретиноловый серум. Данная сыворотка мне попалась в Goodie Bag от Cult Beauty, она очень маленькая, но она реально круто работает. Ее нужно наносить на ночь тоненьким слоем на лицо и потом закрыть увлажняющим кремом. Я обычно закрываю ее кремом от Dermaye с зеленым чаем. Очень-очень она хорошо выравнивает кожу. Кожа на следующее утро мягкая, выровненная, меньше видно постакне, уменьшается само акне. И кроме того, кожа блестящая. Очень-очень я довольна этой сывороткой. И для эпиляции я использую вот все вот эти средства. Я уже сказала то, что я делаю непосредственно сахар эпиляцию. Использую я для этого вот такую пасту Start Appeal. Ее, кстати, посоветовала одна моя коллега по блогингу. Катя, привет! Эту пасту не нужно разогревать в микроволновке, она греется от тепла нашего тела. Сначала она очень вязкая, и ей можно быстро и легко работать, но потом она все больше и больше начинает плавиться, и ее нужно снимать. Я новичок, поэтому для меня все это в новинку, и я не слишком хорошо справляюсь с сахарной пастой, и как раз таки в те моменты, когда у меня
меня что-то идет не так, я использую вот такие вот полоски, то есть бандажную технику. Когда паста залипла и у меня не получается ее снять, я беру вот такую вот одну полосочку, прилепляю ее на сахарную пасту, впечатываю в кожу и резким рывком отдираю. Таким образом вся сахарная паста с ноги у меня уходит и никаких проблем больше не остается. И также я зачем-то взяла вот такие шпатели, я думала, что они будут достаточно полезными, но на самом деле, как оказалось, для данной сахарной пасты шпатели не нужны, и поэтому они у меня просто лежат по большей части, и все. Совсем забыла показать вам шлепанцы, которые я вчера получила на почте. Я их заказывала на AliExpress. Понимаете, и они такие мягкие, что я просто в шоке. Я не могу их не показать. Это нежнейший кожзам. И ноги в нем чувствуют себя просто невероятно круто. И это я говорю как человек, у которого все натирает. Понимаете, все, даже натуральная кожа мне натирает ноги. А тут я померила вот эти вот тапочки с AliExpress из кожзама, и они оказались просто как родные. Ну что ж, а теперь пойдемте собираться по моим делам.
Ну и давайте я вам покажу, что я все-таки приобрела. Меньше всего я взяла фикс прайс, потому что весь ассортимент я там уже знаю, и мне ничего не нужно. Я туда приходила за тарелочками, которых, к сожалению, не было в наличии. Поэтому я взяла вот такой тик-так, просто-напросто потому, что я люблю такие вещи. И также взяла вот такой вот массажер. Я вам сегодня уже рассказывала про борьбу с целлюлитом. Этот массажер стоил 149 рублей, и я его взяла для самомассажа. Самомассаж можно делать как руками, так и при помощи подобных агрегатов. Я взяла, чтобы посмотреть, насколько это вообще будет эффективно. Смотрите, стоимость 149 рублей, видно то, что где-то торчит клей, где-то неровные моменты. Здесь вообще что-то пошло не так. Выглядит, конечно, по-дешмански, но, быть может, он будет эффективен. Ну и все остальное я взяла в подружке. Очень люблю брать вот такие бомбочки для ванны. Конкретно сейчас у меня бомбочка вот такая с бергамотом и грейпфрутом. Просто обожаю подобные вещи. Конечно же, самые крутые бомбочки у бренда Lush, но там они, к сожалению, стоят довольно-таки дорого. Также я взяла себе вот такие вот перчаточки, специально для того, чтобы натираться ими в душе. Я не люблю мягкие мочалки, они, как правило, ничего особенного не делают. Поэтому я использую вот такие, они из чуть более жесткого материала, и поэтому они хорошо отшелушивают кожу. Здесь даже подписано вот для вот таких, как я, Exfoliating Gloves, то есть перчатки для отшелушивания. Также взяла, наконец-то, миниатюрочку сухого шампуня Батист. Наконец-то я ее нашла, потому что Батист обычно нигде не продается, кроме как в интернет-магазинах. А тут, смотрите, в розничном магазине вот такая миниатюрочка. Наконец-то, просто наконец-то. Также я взяла себе вот такой вот спрей с солью, с морской солью. Я очень люблю подобные спреи для волос, потому что именно за счет морской соли продается очень красивый небрежный эффект, который вы не достигнете при помощи каких-либо других средств. Муссы и лаки такого эффекта не дают даже близко. А именно морская соль, если ее хорошо втереть в волосы, чуть-чуть вот побрызгать, она придает и объем волосам, и при этом волосы становятся очень красивые и текстурные. Также я взяла два солнцезащитных средства. Во-первых, вот такая миниатюрочка бренд Sunlook SPF 50. У меня уже была подобная миниатюра, хорошо работает. Так как SPF 50 нужен только в самый первый день и максимум первые два дня, поэтому я беру вот такую миниатюрочку, и нам с молодым человеком такой миниатюрки на день-два точно хватит. Ну а на все остальные дни я взяла вот такой вот SPF, SPF 30 от бренда Garnier. Специально я взяла детскую версию. Детскую версию я беру, потому что она самая лучшая. Как правило, для детей стараются сделать все более гипоаллергенным, максимально не впихивать туда вредные и опасные вещества, поэтому лучше всего брать детские. Хуже от этого точно не будет. Для волос я взяла вот такой вот шампунь. У меня уже был такой шампунь, я его брала... Куда же я его брала? По-моему, я в Таиланд такой шампунь брала, и мне он очень понравился. И также я взяла ополаскиватель для волос, вот такой вот от бренда Pantene. Ополаскиватель для волос или маску, или бальзам я всегда использую, чтобы волосы становились мягкие. Ну и также последнее, что я взяла, это вот такой вот спрей для создания веснушек. Я подсмотрела этот лайфхак у Наталины. У нее, правда, был оттенок не каштановый, а красное дерево, но, к сожалению, красного дерева не было в наличии, поэтому я взяла каштановый. Очень надеюсь, то, что это выглядит будет нормально, а не так, как будто бы на меня насрали тараканы. Ну, в общем, посмотрим. Если вам интересно, то напишите в комментариях. Я, быть может, либо в Инстаграм, либо в Ютубе сделаю видео, где нанесу вот этот вот спрей на себя. Ну, а на этом все. Конечно же, я возьму с собой многие другие средства, которых здесь сейчас нет. Просто гель, например, у меня уже есть в наличии. Умывалка у меня есть в наличии. Вообще, весь уход практически у меня есть в наличии в миниатюрных версиях. Поэтому это чисто то, что я хотела докупить. Что я возьму и в поездку, и то, что буду использовать здесь в Москве. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!